самые жаркие дни минувшего лета с 1 по 3 августа над Чигиринским водохранилищем реяли паруса и звучала музыка. А запах царской ухи и шашлыков долетал до самого Быхова. Именно так и нужно отдыхать с банькой, удочкой и гитарой в кругу друзей. Большая бард-рыбалка отметила первый юбилей. Фестиваль этого года стал 5-м в истории и прочно закрепил за собой звание международного. Музыкально-спортивный праздник на Чигиринке уже претендует на звание туристического бренда не только Могилевской области, но и всей Беларуси, говорят организаторы. Сюда съехались гости из 6 стран – России, Украины, Польши, Прибалтики, среди отдыхающих гости из Америки и Израиля. Количество наших отдыхающих и участников увеличилось за эти годы в разы, в несколько раз, если не десятки раз. Вот. И в этом году и погода благоприятствует, и атмосфера благоприятствует, и, наверное, обстановка благоприятствует. Мы расширяем форматы наших направлений, наших спортивных соревнований, да, и банный праздник, и соревнования по пляжному волейболу, и чемпионат по приготовлению ухи. Все это мы проводим и делаем даже бесплатное угощение для, по традиции, для всех наших гостей. Праздник действительно получился широкоформатный и на самый различный вкус. Светка, свет, мне тебе милее нет, светик, свет, ты мой негасимый свет. Все вновь прибывающие гости спешат охладиться в озере. Температура воздуха выше 32, а потом можно и в русскую баню. Говорят, она и в жару не теряет свой оздоровительный эффект. И получается как, когда вы сидите в парной, я вам говорю про русскую баню. Про сауну, где везде жарко, это другая тема. Все ждут уху. В этом году она особенная, царская, по старинному белорусскому рецепту. Она будет приготовлена из куриного бульона и из красной рыбы. Кстати, наша рыба Могилевская, из нас Могилевской области выращивается форель. В Быхове выращивают, да, есть Быховская, вот недавно предприятие открылось. Вот они сегодня привезли форель живую, и будет вот эта форель. Да, мы попробуем, все гости смогут попробовать. Мы будем сварим 1500 литров царской ухи. Белорусская национальная кухня – это фишка фестиваля. Самое главное – это у нас каравай. Булки, резники, крендельки, блины с капустой, с яйцом, ну, конечно, с цибулей. Шим же ши блины пекче. Кроме музыкальных аккордов, слышен и звук мастеровых инструментов. Хотите увести с собой удачу? Тогда вам сюда. Можно по-разному уявляя для себя удачу. Але все мы хотим думать, что это что-то великое. И, ну, напевно, не каждый день ожидаемое. Але попробовать поднять ее можно. Вот тут отбитки рук, за которые берешься, читаешь это слово, уявляешь свою удачу и намагаешься поднять. Но основная составляющая фестиваля – это музыкальная часть. И в этом году на празднике звучит не только бардовская песня. Но самый храбрый рыцарь на свете. Мы расширили формат, у нас не только авторская песня в этом году, у нас джаз, у нас фольк-рок, вторая площадка задействована. Мы привлекли этим много молодежи. У нас неформатные исполнители. Псой Короленко – это всемирно известный исполнитель таких эксцентрических куплетов, я бы сказал, да? Санкт-Петербурга великолепный коллектив, трио. Из проекта «Песни нашего века». К нам приехала Татьяна Висбор, дочь известного, ну, Юрия Висбора и Ады Якушевой. К нам приехал в этом году Александр Дольский. Где учить мою песню ручая, там краина радости моя. Этот фестиваль – это огромный праздник, и у меня такое ощущение, что он становится все больше и больше с каждым годом, да.
И перерос он тот маленький, который начинался в самом начале был, да, маленький, стал международным уже. И многие, просто услышав о том, что «А, ты едешь на Барт-рыбалку, а как нам попасть туда?» То есть москвичи, вот великолучане сейчас прислали сообщение, смс-очку, что мы вечером приедем. То есть Псковская область, Новгородская, смоляне едут. То есть это один из любимых праздников в году. Сегодня на белорусской земле в этом цудоне. Барды и начинающие, и бывалые перед конкурсом волнуются. И для многих такие фестивали нечастая возможность показать свое творчество широкой публике и получить профессиональную оценку жюри. Ну, я, поскольку все-таки являюсь профессиональным водителем, довольно-таки давно, где-то в 2000 году я написал песню, которую, в общем-то, посвящаю всем своим коллегам. И, ну, она такого довольно-таки философского содержания. Называется песня «Туман». Над землей стелится туман, ты же держишь путь туда, где царит просторов океан, куда ведет судьба твоя. Ветер врывается в окна, за стеклом поля и луга. И пусть пока одиноко, но где-то тебя ждет она. Ветер врывается в окна, за стеклом поля и луга. И пусть пока одиноко, но где-то тебя ждет она. Минчанка Женя Григорович на Барт-рыбалке впервые. У меня у папы был день рождения, он решил меня позвать с собой. Ну, он узнал об этом фестивале от знакомых, решил, почему бы не попробовать. Женя будет принимать участие и в конкурсной программе. Но главное не победа, главное участие, уверена девушка. Безумно нравится, безумно красивое водохранилище, все очень здорово. Стоит отдать должное. Все песни, звучащие в эти дни на Чигиринке, душевные. Независимо от возраста и профессии, все участники фестиваля – настоящие романтики. Музыка – это связь человека с природой. Вот как бы все бардовские фестивали, они обычно на природе проходят. Возле озера или возле леса. Вот, это помогает человеку и отдохнуть душой, и пообщаться друг с другом, потому что в городе, ну, часто не получается, все работают и все заняты своими делами. И жить хорошо, и жить хорошо, мне от вас не надо ни шиша. Атмосфера очень хорошая, нравится мне. Живая музыка, исполнители, каждый имеет какую-то свою, интересно же. Приезжаем с друзьями, машинами, с палатками, приезжаем каждый год. То письма писал, то теперь онемел, и ушел, кто звонил, и кого я любила. И уходит день за день, земля из-под ног, наши дети уходят, свои и чужие. Только вскрикнешь по бабе, куда ты, сынок? А они все идут, все такие большие. В импровизированном зрительном зале под открытым небом яблоку негде упасть. Музыка объединяет людей разных поколений. И в этом самая соль бардовской песни. Она вне моды. Только песнями до самых слез растроганы, приглашая словом в гости с добродушными. С такими погулять бы им под вербами. Девчоночки, куда же вы поделись? Вот с такими погулять вы им под вербами. Ах, девчоночки, куда же вы поделись? А вот для тех, кто из музыкальных инструментов владеет только микрофоном, конкурс караоке. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Перефразируем известное выражение: поэтом можешь ты не быть, но рыболовом быть обязан. Чигиринское водохранилище, пожалуй, одно из лучших мест для рыбалки на Могилевщине.
прошлом году наш дядя, вот сосед, с этого мостика словил сома на 13 килограмм одного большого, первое место занял. А в этом году? А в этом году обещаем 20 килограмм сома, как минимум. Рыбаков на фестивале видимо-невидимо. У них свои рыбацкие батлы и конкурсы. Ни гендерных, ни возрастных ограничений. С удочками целые семьи. Самый лучший клев с 4 до 6 утра. И отдыхающие не мешают, и песни не распугивают рыбу. Ловится в основном лещ и подлещик. Привязал крючок, делай приманку. Если повезет, на эту приманку пойдет рыба, все, будет ловиться. А может не повезти погода. Не в крючке дело. Чем меньше крючок, тем больше рыба ловится. Одни соревнуются в рыбацком мастерстве, другие в творчестве. В итоге довольны все, ведь большая барт-рыбалка объединяет и создает положительный заряд на целый год вперед. Сплоченность коллектива, как бы так, и более у человека настроение, у людей настроение поднимается. Потом, причем здесь еще, новые знакомства людей появляются, друзья, общение. У нас в Беларуси бардовское движение, оно не очень развито, как в России, на Украине. Вот. Поэтому мы хотели бы все барды белорусы, чтобы этот фестиваль было что-то вроде белорусского Грушинского фестиваля. Самый большой такой белорусский фестиваль авторской песни. Свою песню на стихи Янки Купалы, нашего белорусского поэта, я спою. Зайшло уже сонейка, тень лег нагонейка, уедется туман сеножатей. Выйди, девчина, выйди, голубка, усади ко мне погулять. Выйди, девчина, выйди, голубка, усади ко мне погулять. Хвилями шибкими, у тени под липками, час нам проходить и будет. Бачить будут зоры и месяц, бачить не будут нас люди. Бачить будут зоры и месяц, бачить не будут нас люди.